найжіночніше ток-шоу «3G плюс М» та я, Катя Лунгум. Деякі жінки починають боротьбу з селюлітом при перших його проявах. Інші ж навпаки приховують цю проблему та вдягають довгі спідниці. Як же зробити так, щоб наші стегна, сідниці та живіт були привабливими, підтягнутими та без апельсинової кірки? Ми готові розказати вам усю правду про целюліт разом з нашими гостями. Знайомимось! Світлана Горячова, тренер по здоровому харчуванню і способу життя, дієтолог. Всім привіт! Катерина Пасічник, майстер з естетики тіла, масажист. Рада всіх привітувати. Та Ксенія Гурко, тренер у тренажерному залі та груповим заняттям фітнес-центру «Драйв». Здравствуйте! А сьогодні тема буде бій целюліту, тому що це проблема у дівчат номер один. Ну, погодьтесь, з ким ми не спілкуємось, усі дівчата починають говорити: у мене цей целюліт, що з ним робити, я не можу. І, до речі, я прочитала в інтернеті, що зараз 90% жінок бореться з целюлітом усіма можливими та неможливими способами. Що таке целюліт? З точки зрення фізіології, целюліт – це признак нарушення крова і лімфотока, як вслідстві накоплення токсинів, лишньої жидкості і, якщо можна так сказати, накоплення більшого кількості жирових отложень. Ну, не, в принципі, ну, да. так оно і є. Да, там, да, нарушення обмінних процесів кровоток. Воспалительний процес і клеток жирових. Добре, окей. Як боротися з целюлітом? Ви у нас усі спеціалісти в своїй сфері. Дієтолог, масажист, тренер. Світуль, як боротися зі сторони харчування правильно з целюлітом? Бороться – плохое слово, потому что добре, не будемо боротися. А ми повинні з цим справлятися. Треба об этом знати, об этом ми сьогодні будемо говорити. То, в принципе, если человек придерживается здорового образа жизни и вовремя заметил этот целлюлит, то с ним можно справиться. И очень как его пометить? Как заметить? Ну, в принципе, на себя посмотреть в зеркало, немножко придавить где-то какую-то часть, или тебя придавят, и ты ее сразу заметишь. Ну, желательно это с этим бороться в комплексе. Это питание на первом месте, спорт, потом уже добавляем массаж. Очень важно также само питьевой режим. Многие не пьют воду, это очень плохо сейчас. Даже когда приходят на массаж, первое, что рекомендую, всегда говорю, это питьевой режим. Это 1,5-2 литра воды в день выпивать. Как правильно бороться со спортом разом? Ну, еще очень важно, до спорта мы еще доберемся, еще очень важно вовремя обратиться к специалисту, не только к массажисту, к тренеру или к диетологу. Очень важно понять, что если эти моменты, это называется самолечение, нам не помогают, есть вопросы, которые нужно копнуть глубже. То есть это наша эндокринная система, это наши почки, можно обратиться к нефрологу, это в обязательном порядке яичники. Женская половая система. Гинеколог, да, точно. Это обязательно гинеколог. Ну и, конечно же, если все остальные методы тебе помогли, возможно, нет смысла, да, обращаться. Но, тем не менее, вопрос этот нужно обязательно копать глубже. А дальше уже заниматься такими поверхностными методами избавления от целлюлита. Я зараз пропоную починати розбиратись поетапно, що може прибрати целлюлит. Світуль, розпочинаємо з тебе. Харчування. Uh-huh. Які продукти можуть, не знаю, як правильно навіть сказати, впливати на утворення целлюліту? Ті продукти, в основному, які всі люблять. Це сладості і це кофе. Кофе, содержащі повністю всі напитки, всі, вони будуть приводити до того, що буде застой. Тобто жидкість буде скаплюватися, і таким образом клітка буде жирова рости. А я чула ще сухофрукти, копчені. Ну, це вже віддельно, сухофрукти ні. Сухофрукти, вони опасні, тому що це вуглеводи, концентрація глюкози, того ж сахара, тільки натурального происхождения. Якщо в малих кількостях він присутствует, це добре. Але якщо в огромних кількостях, да, як, наприклад, клієнти говорять, що таке 3 кураги за раз? Я хочу 100 грам, 200 грам. Звісно, тут буде проблема, тому що буде створюватися отечність із-за той жидкості, яка не може організмом повністю розрулитися. А в тебе є целлюліт? Є чуть-чуть. Є чуть-чуть. Ну, фігура красива, поэтому как бы, ну, для мене це не комплекс, но я з цим справляюсь, потому що до того, як я почала займатися дієтологією, я не знала, да? І троє родів, вони гормональний збой зробили свій, і його не так
за один щелчок превратить в красивое идеальное тело. Поэтому, ну, комплекс, как и говорили девчонки, комплекс подходит, и результат шикарный получается. Добре, а які продукти треба навпаки вживати? Клетчатка, в первую очередь клетчатка, потому что, во-первых, она содержит воду, да, Ксюша говорила, что вода необходима и в определенных количествах. И плюс клетчатка не дает застой, не дает делать то, что клетка делает у людей, у которых есть целлюлит. То есть не накапливает жидкость, она ее прогоняет. Массаж. Багато ходить міфів. Хтось каже, що масаж допомагає, хтось каже, що не допомагає. Є у нас апаратний масаж, є який ще? Ручний апаратний, так. Так, який краще? Взагалі, масаж нам потрібен? Давай з цього, бо багато в мене запитань, я вже не знаю, з чого правильно розпочати. Да, думаю, він дуже нужен масаж. На першому місці його зараз... Немножко считаю, еще даже недооценивают роль массажа в жизни. Чему? Ну, как-то сложно всем переключиться, что массаж нам нужен. Он усиливает кровообращение в тканях, то есть убираются вот эти застои, убираются застои жидкости, то есть мы заводим в организме все вот эти вот процессы. Склоняюсь я к ручному масажу, чем аппаратному. Уже ручному мы можем, мастер может проработать все те зоны, которые нужны. Аппарат, он не прочувствует так руками, ну, не прочувствует аппарат, как руки, как эффект рук. Ну и тем более склоняюсь я к тому, что нужен комплекс, разные виды массажа. Не просто ручной, ну, аппаратным мы просто сделаем аппаратные 10 сеансов, на этом все. А в ручном мы сможем комбинировать. А треба тільки 10 сеансів, да, такого масажу? Цього вистачить? В аппаратном мало. В аппаратном многие у меня клиенты приходят, говорят, мы не увидели результата после аппаратного. Сделали вот 10 сеансов, пришли к тебе, потому от аппаратного не увидели результата. А вот я комбинирую. Можно и медовый массаж делается, и вакуумный, и роликовый. То есть смотрим на проблему, что нам нужно или подтянуть, или растяжки, или упругость кожи. И тогда уже совмещаю, комбинирую виды массажа, чтобы решить эту проблему быстрее. Считаю, не хочу никого обидеть, просто что как бы основной фундамент закладывается в любом случае изнутри. Из питания это в первую очередь, с помощью, конечно же, тренировок. И как в качестве косметологического какого-то эффекта, я не скажу, что он долговременный, он все равно является более краткосрочным. Если вы хотите играть надолго, то тогда придется приложить намного больше усилий для того, чтобы ваше тело со временем отзывалось не только красивой кожей, но и состоянием волос, ногтей, здоровой кожи. Конечно же, это все в комплексе, но как фундамент однозначно это питание. Ну, он воспитывает как питание помощник, точно. Как помощник, потому что многие люди на сегодняшний день сидят. То есть малоподвижный образ жизни, и они пришли на массаж, сейчас полежали, то есть это не надо напрягаться в зале, ходить там, полежали, да, это для профилактики классно, очень хорошо, но он один массаж не решит. Такая, как тренировочка для ленивых. Ну, я вам скажу, що я коли ходила на 10 сеансів масажу, це було, напевно, 2 роки тому, мені усі подруги сказали, ну, ти не хочеш ходити у спортзал, давай йди на масаж. Я пішла, я побачила, що об'єми почали зменшуватись, але я не слідкувала за харчуванням. Розумієте, в чому була проблема? Спочатку по фотографіям ти бачиш, вау, як круто, ти зменшилась, а потім я піду поїм чогось там такого солоденького, і все, місяць, і ти знову в тій формі, що і було. Да. Тому мені здається, що треба спочатку, да, ви були праві, що треба розпочинати з середини, а потім вже. Але, Ксюшенька, скажи, будь ласка, тренування, спорт, чи допомагає він позбавитись целлюліту? В общей сложности, то да. Для того, чтобы улучшить кровоток, опять же, отток лимфы, можно подобрать любой вид физической активности для человека. Опять же, подбирается он больше по темпераменту. Кому-то подходит йога, кому-то подходит бокс, кому-то больше нравится занятия в тренажерном зале. Тут уже главное не доводить до стресса, потому что стресс это тоже один из факторов, который усугубляет ситуацию с проявлением целлюлита. Поэтому вы просто подбираете
выбираете свой тип нагрузки и, конечно же, работаете над, если это тренажерный зал, над наращиванием мышечной массы. В любом случае, вы увидите эффект от того, как поменяется строение вашей фигуры. Это уже будет позитивно настраивать вас на дальнейшую работу над собой. Вы будете замечать улучшение состояния кожи, так как в любом случае при наращивании мышечной массы меняется форма человека. Спортивные тренировки, они еще помогают гормонам выстроить, то есть баланс. А гормональный сбой – это и есть первая причина того, что возникает целлюлит. Мы улучшаем метаболизм, все обменные процессы, которые происходят в нашем теле, тем самым даем положительный эффект. Я просто думала… И работа с кортизолом, тот, который выделяется, о том, о чем говорили. Я просто думала, дівчата, що прибрати целлюліт, треба йти тільки у фітнес-зал. Я думала, що бокс, танці, нічого це не допоможе. Або кожен може вибирати собі. Люба фізична нагрузка, вона дає свій результат. Просто якщо тренер є рядом, спеціаліст, який бачить індивідуально кожного чоловіка, бачить його проблеми, тому що ми практики, да? І ми одразу бачимо, откуда від чого. Ну, як ми бачимо, у Ксюші целлюліту. Немо? Є. Хороший тренер. Є. Он у мене в основному зимой. Я теж люблю чипсики, я теж люблю щось вкусненьке поїсти. Я не завжди держу режим питьевой, но стараюсь. І не тільки посезонно, просто стараюсь, тому що ми всі люди, ми всі любимо розслаблятися, где-то отдохнуть, немножечко перебрати з углеводами или где-то не додержать опять же свой режим питання. Поэтому я думаю, он однозначно у 95% женщин присутствует. Я уже соцопрос проводила в интернете. У меня уже даже за 97 зашкаливает этот пунктик, поэтому однозначно у всех девочек, тем более еще и у 10% мужчин тоже присутствует он. От него никуда не денешься, с ним не сколько нужно бороться, сколько нужно бороться со своей собственной ленью. Научиться правильно с ним работать. До речі, друзі, зараз можете подивитися у рубриці, як я сходила на масаж, чи сподобалось мені чи ні, і чи дало мені це результат. Дивимось. Тож, друзі, ми знаходимось у Катюші у студії. Ви знаєте, що це таке? А це я не знаю, тому для цього ми завітали до неї, що вона мені зробила антицелюлітний масаж ось цими штуками. Це бамбукові палички і бамбукові веніки. Приміняю це в комбінірованому антицелюлітному масажі. Усилюють кровоток к тканям. Упругость, антицеллюлитный эффект. Начинаем мы наносим масло. Для первого делаем на нейтральном антицеллюлитном масле, которое не вызывает никаких аллергических реакций. У нас идет, усиливается кровообращение, идет приток крови к тканям, за счет чего повышается эластичность кожи. О, ну так! Уже болезненно? Ну да, нормально. Давно я не була на такому масажі. А можна робити такий масаж у домашніх умовах? Ну, в домашніх можна, ну сам себе все равно, да? Ти так не переработаєш усилено. Вот, у нас уже кожа покраснела. Это значит, пошел приток крови. Усилилось кровообращение. Усилились все обменные процессы. На каждую ножку отводится примерно по 10-15 минут на ножку. Уменьшаются жировые клетки, становится менее заметна апельсиновая корочка. Подтягивается кожа, становится более эластичной, выглядит подтянутой. У меня было тут целлюлиту на ногах? Ну, я бы сказала, не так много, как хочется больше немножко подтянуть, сделать ее... эластично, более упругой. Он более даже идет как расслабляющий эффект. Да, да. Значит, это шмагает. Здесь также за счет вибрационных действий идет приток крови. Усиливается лимфодренажный. Лимфа ускоряется. Значит, 2 сантиметра буде.
Друзі, реально не мати на сідницях, стегнах та животі целюліт, але тут краса потребує жертв у прямому смислі цього слова. Тому обов'язково слідкуйте за своїм здоров'ям і приходьте, спробуйте антицелюлітний масаж. А ми продовжуємо нашу процедуру. Ви сказали вже 3 або 4 рази, щоб не було целюліту, треба багато пити води. Як мінімум 2 літри в день. Давайте зараз нашим телеглядачам зробимо невеличкий лайфхак, як правильно змушувати себе пити воду. На робочому місці, покупається 1,5-2 літри води, ставиться перед собою, і в течение дня по стаканчику ти випиваєш, ти смотриш, скільки випив, скільки не випив. Опять же, можна скачати спеціальні програми. Приложення. Вони напоминають тобі кожен часик, або як ти там поставиш відміточку собі, вони напоминають обов'язково попити водички. Це напоминання роботи. Я собі скачала ту програму, вона мене дратувала. Я зайнята, вона мені пілінь. Вона напоминає тільки виключення. Да? Так, повертаємось до харчування. Свят, зараз я хочу, щоб ми з тобою сказали ті продукти, які точно не можна вживати дівчатам, які зараз подивляться програму і зрозуміють, що треба боротися з целюлітом. Ай, ладно, ти не любиш слово «боротися», я запам'ятала. Це піца. Піца. Це суші. Суши? Да, потому что в них есть сыры, в них есть майонезы, которые переполнены жирами. Это в плохих сушах. Я ж чула, навіть, що є дієта на сушах. А рис? Это же не шлифованный рис, это же углевод. Не рафинированный или рафинированный? Ответьте сами на этот вопрос. А рисовая диета? Это было в прошлом. Сейчас диеты не приносят результата. Диеты неправильно приводят к целлюлиту. Само слово «дієта» правильне питання. Конечно. Так, ще на це інша програма. Так. Збалансіроване питання. Далі. Піца, суші, ще. Свініна. Потому что в ней много жира. Ну, в 100 граммах свинины 14 грамм жира. Мне очень часто говорят. Это практически половина суточного диета. Очень часто говорят, ну я же не жирный кусочек свинины выбрала. Это я так уж так кажу завжди. Выпечка. Везде, где такой есть искусственные подсластители, конфеты, торты, пирожные, так. Хлеб, жирные сорта мяса, жирные сорта рыбы. А если это хлеб бездрожжевой? Ну, если дрожжевой, бездрожжевой, конечно, бездрожжевой. Если он правильно, да, если он сам сделанный своими руками, закваской, это да, это да. Так, Вісім, давай хотя бы еще 2, чтобы алкоголь? Ну, трішки вина. Сухого, если натурального, то, конечно, можно. Можно, так, вино и останнее. Газированные напитки или кетчуп, майонез, которые именно продаются пакетированные. А сік, який продається, можна його вживати? Ну, сок, он не продукт, а напиток. Он как бы относится к питьевому режиму. Он, конечно, опасен, потому что в нем много сахара. Нельзя. Гамбургеры, крылышки и все остальное. Фастфуд тоже. Ви зрозуміли, глядачі? Нічого не можна. Центральну площу міста для того, щоб перевірити чоловіків. Чи знають вони, що таке целюліт, чи лякає їх апельсинова кірка, чи звертають вони увагу на жіночий целюліт? Про це і дізналися. Скажи, будь ласка, ти знаєш, що таке целюліт? Да, знаю. Що це? Складки там на ляшках якісь галімі. Жири, які, ну там, от бувають типа болезні, там так, ну типа воно вважається такого, ну, жири. Звісно, знаю. Це підшкірне жирове відкладення. Так, наскільки я знаю, це, по-моєму, воздух між жировими відложеннями у дівчат. Відносно, я знаю, що це таке, проте від чого ні. Ні, насправді не знаю. Чи звертаєш ти увагу на жіночий целюліт? Ну, якщо в своїй дівчині, то звертаю увагу. Якщо не в своїй, ну, то воно мені якось паралельно. Ну, це не є основополагаючим моментом, який відталкиває, наприклад. Ну, в цілому, це ж видно, так, як футболка, як цвіт футболки. Його видно. Тобто, якщо він прям ужасний. Да. Коли дівчата красиві проходять на целюліт, то, ну, трошки некрасиво. Я працював в Турції. И там, ну, много дыхающих было. И есть прям такой, знаете, полосы идут по телу. Ну, как
ожоги, например, да? Ну, вот у человека же есть ожог, правильно? Ему же ничего за это не говорят. Ну, ожог и ожог. А за целлюлит общество порицает, и это как-то глупо. Зовнішність не завжди є головною відзнакою, на що треба повертати увагу, на що треба обращати внимание. Ну, я в першу чергу знайомлюсь з такими дівчатами, в яких нема целлюліту. Сорі. А якщо у своєї дівчини це тебе лякає, ти кажеш їй, що треба його позбуватися, чи тебе все влаштовує? Та ні, мене все влаштовує, це організм, він даний від природи, якщо так дала природа дівчині, то ну, чоб і ні. Ні, мене це геть не лякає. А якщо у твоєї дівчини целлюліт, ти нічого їй не скажеш? Якщо в мене буде дівчина, то я... Не напромовчу, потому что это будет некрасиво. Не, ну для меня это не является. Мне просто нравится, что у девушек, у них есть какая-то проблема. То есть у них кажется, все, у меня целлюлит, я больше не буду ничего делать. Все, я сейчас буду тренироваться. Хотя оно вообще не от этого зависит, это та кожа, обычная кожа. У кого-то она такая, у кого-то, например, вообще целлюлита и в 60 лет нету. Ні, я відшучусь від цього. Я, бо якщо скажу, то гуморескою якоюсь. Ні, я б не сказав, ми просто боролися з цим разом. Сам целлюліт мене не пугає, абсолютно. Лякає мене його наявність у дівчини, тобто дівчина, мабуть, не займається собою. Тому завжди, якщо така ситуація виходить, що я бачу целлюліт, кажу, давай, рідненька, в зал. Так, Катюша, повертаємось до тебе. Да. Зараз у тренді для тих дівчат, які не хочуть дуже прийматися своєю фігурою целлюлітом, роблять уколи ліполітики. Да, ліполітики. Ану-ка, розкажи нам про ліполітики. Як ти до них ставишся? Чи можна, чи ні? Ну, зараз дуже багато мнень за і проти. Ну, я, мабуть, все-таки ближе к проти ліполітикам. Во-первых, це швидкого дія, потім все швидше повертається назад. Во-вторых, как бы у нас они еще, чтобы их сделать этот укол липолитик, необходимо пройти медицинское обследование, потому что неизвестно, как и чем этот укол, да, какое пойдет воздействие на организм. У нас этого никто не проходит, идут на укольчик, ой, я сделаю себе укольчик. Этот укольчик может закончиться немного еще хуже, чем убрать, там, уколоть себе укольчик. Поэтому я больше все-таки против них. Тобто краще не робити. А ось так. Ці всякі штуки, які можна робити, ну, давай так, там немає у жінки грошей. Скільки стоїть сеанс масажу один? Ну, от 250 до 350. Ну, наша. Давай, середню вартість 300 гривень. Так. І 10 сеансів нам потрібно. Так. Це так. У нас виходить 3000 гривень. Так. Ну, немає. Там грошей, наприклад, не може собі дозволити жінка. Робити вдома. Я чула, що можна скалкою, можна купити в аптеці, як вони називаються, силіконові баночки. А, силіконові баночки. Да, вони ще такі круги потім роблять. Так. Це можна робити вдома саму? Це можна вдома робити, але силіконові баночки вакуумні очень редко я, в принципе, не рекомендую, потому что каждый сам не знает, какая правильная техника. Часто это заканчивается, у кого сосуды близко расположены, сосуды слабые. Часто потом выступают сосудистые сеточки в итоге. Что приходит, а я вот дома делала баночкой, и вот сосудистая сеточка у нас. Почему бы для начала, если нет сейчас средств для похода к массажисту, не пройти хотя бы консультацию? Просто проконсультироваться, что можно делать дома, а что нельзя. Так было бы, да, наверное, намного чтобы проще. Чтобы осознанно прийти к этому. Конечно. Конечно. Да. А деньги найду завсегда. Особенно проблема в інтернеті. Проблема в інтернеті, бо одразу заходять, читають, що можна зробити, а що не можна, і навіть не думаючи, починають. Дуже багато, да, роблять те, що. А були в тебе такі випадки, що приходили дівчата і наробили собі якусь біди? Не один раз. Приходять спочатку з дому, як говориться, зробили каку, а потім біжать до мастеру. А можна розказати один випадок? Больші, ну, синяки, в основному синяки зробили собі, гематоми прям. Одна клієнтка була, що, ну, прям ноги так синявастенькі, не один синячок, то есть наскільки собі зробила гематоми. А чим вона? Баночками, вакуумом.
То есть неправильно додержала, ой, а я решила так сделать, а получилось. Или так же само, как сейчас модно, массаж сухой щеткой, да? До речі, я також це, я забула про це запитати. Да, це зараз теж в тренді. Я сама користуюсь такою. Это неплохо, неплохо, но нужно выбирать щетку с натуральной щетиной. І дерев'яна така довга, правильно? Лучше, да, ну лучше удобнее брать без ручки, то есть, которая одевается на руку. То есть не с длинной ручкой, но не очень удобно. И вона реально допомагає? Ну, это нужно делать на сухую кожу минут 15, как профилактика легкая, то как бы да, или после курса массажа дома поддерживать. Ну, когда там уже вторая, третья стадия целлюлита, и просто себе там 5 минут щеточкой поделал, она не спасет и чудо не сделает. В принципе, даже сухой щеткой у меня, кто даже клиент делала, то даже до такой степени, что себе сдерла верхний слой кожи. Настолько трением, усилием, да. Это не единственный случай. Я сколько помню, каенским перцем, прочими какими-то развивающими капсикамом, мазью, мажут кожу. Потом приходят бешеными ожогами. Тобто ви вважаєте, що не треба на мас-маркет, на рекламу повестися і замовляти собі? Це все маркетинговий ход. Ні, вспомагательні є компоненти. Чому? Жожоба, да? Вони допомагають немножко. І на питач кожу з гіалуроновою кислотою. Да. Вона як допомога буде, але не вбрати целлюлит. Просто эти же производители, которые эти кремы делают, они же и вкладывают деньги в эти все эксперименты. И вот эти вот эксперименты, которые они проводят, они высасывают оттуда положительные моменты, которые получились. Негативных там явно больше будет. И эти положительные моменты разворачивают нам, конечно же, красивой картинкой в оберточке. Вот хотите, берите, вот будет вот такой вот эффект. Будет все так здорово и прекрасно. Да, я звоню. Но на самом деле... А вы пробовали домашние робити скрабы там? Який в нас є? Мед, кава. Мед, кофе. Оливкова олія. Оливкова олія. Вітамін Е, він теж допомагає кожі робитися упругою. Почему бы и нет? Да, а вони допомагають? Мед, кофе, апельсинове. Просто как пилинг, как увлажнение кожи. Не более. Процес жиросжигания там не будет происходить. Але ж я правильно зрозуміла? Целлюліт. Це під нашою шкірою жир. Це увеличення жирових клеток. Да. Да. І нам треба зробити жироспалювання. Изнутри. Правильно? Да. Правильное жиросжигание делается с правильными тренировками. Обязательно контролируется пульсовой диапазон, когда начинается у нас сама тренировка жиросжигания, должна основываться в первую очередь на нашем состоянии сердечно-сосудистой системы. То есть это кардиотренировка, низкоинтенсивная по пульсу. Никогда мы бежим и запыхиваемся, у нас тогда используется в качестве энергии из мышечной ткани больше ресурсов. А когда у нас идет подконтрольно процесс кардиотренировки, когда мы поддерживаем четко пульс на низкоинтенсивной зоне, и именно тогда все эти ресурсы берутся из жировых депо. Только так, правильными тренировками. Друзі, я завітала до фітнес-центру «Драйв», до нашого тренера Ксюші. Вона мені показала основні вправи для боротьби з целлюлітом. Подивимось, вам буде цікаво та корисно. Друзі, привіт усім! Ще одна порада. Хочете позбутися целлюліту? Працюйте над собою. Тому сьогодні ми завітали до фітнес-центру «Драйв», до Ксюші, до нашої гості, для того, щоб вона показала основні вправи, що робити вдома або у тренажерному залі. Що це таке? Это петли TRX. Такие вещи можно покупать для домашнего пользования. Они стоят относительно недорого. Если вы хотите регулярно тренироваться с собственным весом, а этого, опять же, достаточно для того, чтобы предотвратить проблему с целлюлитом, вы можете приобретать их через интернет или в наличии в спортивных магазинах и тренироваться с весом собственного тела дома. Я трішки знаю, як це працює. Мы натягиваем стропы. По положению ног стопы на ширину плеч, пока освоим базовый присед, стопы на ширину плеч немножко уже,
параллельно носок смотрит вперед, руки вытягиваем по стропам вперед. Ты начинаешь присед с отведения таза, колени стараешься удержать на ширину голеностопа и выход наверх делаешь с выведением таза вперед. Это будет стимулировать сокращение ягодичных. До конца колена не разгибаем, выдох на подъем. Обязательно осваиваем дыхательную систему правильно для того, чтобы тоже усиливать лучший обмен именно лимфосистем. Вдох, садимся и выводим таз вперед. Таких по количеству повторений мы можем сделать около 15-20 и усложнить немножечко для того, чтобы у нас больше работала именно наша лимфатическая система на прыжках. Усложнять немножко, поднимаясь наверх и припрыгивая на носок. Мы будем делать махи согнутой ноги в колени на ягодичные. Мы опускаемся в положение локтевое вниз. Стараемся фиксировать именно локтевое положение, потому что зачастую девочки делают это на прямых руках. На прямых руках мы так перенагружаем поясничный отдел, поэтому опускаемся в правильное локтевое положение и начинаем или с правой, или левой ноги, подъем согнутой ноги в колени вверх. Так мы задействуем ягодичную область. Нога у нас согнута, носочек натянут вниз. Опуская вниз, на вдох, доводим колено до колена и на выдох поднимаем с напряжения ягодицы ногу наверх. Работаем. С напряжения ягодичной фиксируем положение поясничное и пресса. Держим все в напряжении, чтобы мы не пружинили тазом, а работали через ягодичную. Я люблю спорт. Носочек натянут, нога согнута, до конца ногу не доводим. И все время контролируем мысленно мышцы, на которые мы с вами работаем. Можно. На каждую ножку мы стараемся сделать от 20 повторений и выше, хотя бы для того, чтобы вы прочувствовали, где происходит сокращение мышц. Обязательно чувствуем те мышцы, на которые мы работаем. Первое, что мы делаем, мы выносим ногу вперед, она же будет у нас являться опорной. Уводим вторую ногу назад, фиксируем ее на носок. Носочек разворачиваем четко вперед, выравниваем корпус. И первое движение, которое мы делаем как в приседе, так и в выпаде, это отведение таза назад. Таз уводим назад, стараемся удержать колено над пяткой и с напряжения ягодицы толкаем себя наверх. Собственного веса будет предостаточно, да. Уводим таз назад, садимся в выпад и на выдох поднимаемся наверх. Для того, чтобы больше прочувствовать ягодичную область, мы стараемся это делать в наклоне. То есть колено ты зафиксировала, таз ты уводишь и слегка наклоняешь корпус вперед, только с ровной спиной. Корпус вперед, это ты с ровной спиной делаешь, так мы больше нагружаем переднюю часть бедра. Для того, чтобы прочувствовать ягодичную, да, правильно, мы стараемся опустить плечо над зоной колена. Все так же продолжаем удерживать вес в пятку. И на выдох обязательно контролируем дыхание, мы поднимаемся наверх. Руки можешь фиксировать для баланса перед собой. И на выдох подъем. На каждую ножку стараемся тоже сделать от 15 до 20 повторений. Если будет очень тяжело, у каждого свое количество повторений фиксируется просто по выносливости в мышцах или по тому, как быстро вы восстанавливаете свое дыхание. Следующее упражнение, которое мы будем делать на коврике, является целевым на ягодичные и бицепс бедра. Мы ложимся на пол, сгибаем ноги в коленях, пятки как можно ближе подвигаем к ягодичным. Извиняюсь, у меня здесь важный аппарат. Пятки подвигаем к ягодичным как можно ближе, стопы фиксируем параллельно и делаем подъем таза наверх, зажимая область ягодичных и бицепса бедра. Фиксируем хотя бы на долю секунды наверху в сокращении ягодичной, опускаем обратно. Единственный нюанс, что зачастую девочки ошибаются, это поднимают грудной отдел спины, выталкивая через поясничный отдел. Это неправильно. Опускаем грудной отдел вниз и только через подкручивание таза сокращаем ягодичные наверх. Зажимая ягодичную область, удерживая грудной отдел на полу, мы зажимаем ягодицы и контролируем напряжение бицепса бедра. Вес должен находиться в пятках. Распределяем не через носок, больше в пятку с упором. Подъем наверх, опять грудной отдел на полу, фиксируем. Только через подкручивание таза, статического сокращения пресса и напряжение в ягодицах и в бицепсе бедра. А выдыхаем мы наверху. Выдох наверх. Обязательная фаза выдоха на сокращение мышц. По сути, самое основное, как я говорила, для того, чтобы расшевелить нашу лимфатическую систему, это прыжки. Если никаких ограничений по суставам нет, мы просто работаем, выполняя эти упражнения дома. Это должно очень хорошо в совокупности нагружать наши мышцы, дыхательную систему, выносливость нашу тренировать. Просто базовые прыжки, причем что разнообразие выполнения прыжков на скакалке разное. Ну, я думаю, может быть, качество скакалок у каждого дома может быть лучше.
Вот умничка. Одновременно с двух ног. Это самое стандартное и базовое выполнение прыжков, которое раскачает нашу лимфатическую систему. Можно чередовать положение ног с двух на поочередное. Катюша, у нас умничка. Что я вам скажу? Глядачі, шановні, якщо хочете бути здоровими, не мати тіла в целлюліті, правильно я так сказала, я думаю, то займайтесь собою, а краще не треба їсти оцю всю некорисну їжу. Ви будете здоровими, на все добре, бувайте. Дівчата, зараз я пропоную порахувати приблизно, скільки коштує зайнятися собою, прибрати целлюліт. Давайте, масаж. Ми порахували 3000 гривень, це 10 сеансів. Це на місяць, правильно чи ні? Ну, это через день, да, это 21 день выходит, справляем. Да, в месяц. Ну, в месяц, ну, то есть его хватает кому на полгода, кому на год. То есть как бы индивидуально, конечно. Да. Так, 3000. Далее, тренажерный зал. Ну, в среднем абонемент стоит в тренажерный зал у нас в городе около 500 гривен. И, естественно, если подходить к этому более осознанно и брать тренера с тренировками, это около 1000 гривен плюс-минус. У каждого так своя мало? Ценовая политика. Да, это где-то приблизительно ценовая политика 8 тренировок. 8. Это 2 раза в неделю. 2 раза в неделю недостаточно. Поэтому, естественно, немножечко больше затрат будет, да. Если ну, подходить осознанно. 2000. Ну, пускай будет. 2000. Да, округлим. Так. Попрацювати з дієтологом, щоб вона налагодила тобі правильне харчування. Скільки коштує? 450 гривень, консультація одна. Одна? Так. Да. Саме головне, перше. А ну, далі? Десь на місяць, на два, на три, це около 1500 гривень, до двох буде. Це не вважає того, що треба ще скупитися, поїсти. Або викинути з холодильника, теж вважається. Так, давай беремо роботу, 2000 візьмемо. Итого 3, 4, 5, 7, 7 тысяч. Девчата, давай ты краще не будем уесть. Это же не работа на месяц. Ты делаешь да, вклад в себя, вклад в свое будущее. На развитие будущего, да. На профилактику физическое. Заболеваний. Девчата, я вам дуже вдячна за те, що ви завітали і поділилися з нами своєю інформацією і експертною думкою. Я думаю, що з вами ми ще обов'язково побачимось, бо тепер я буду займатися собою. А вам, шановні глядачі, скажу так. Якщо ви подивилися нашу програму і зрозуміли, що вам треба боротися з целлюлітом, то розпочні з себе. Правильне харчування, рухливий спосіб життя, зменшуємо шкідливі звички та стрес для вашого організму, і вуаля, ви без целлюліту. Тому вам тільки успіхів і здоров'я. Друзі, якщо ви хочете бути героїною наступної програми, просто напишіть нам і обов'язково дивіться нашу програму та коментуйте на нашому офіційному YouTube-каналі. Посилання ви зараз бачите на своєму екрані. А з вами було найжіночніше ток-шоу 3G+M та я Катя Лунгу. На все добре, па-па!